Hello, друзья мои, добро пожаловать! Мы продолжаем с вами рубрику «Постройка домиков по вашим заявкам» в Sims 4. И сегодня у нас с вами будет очень интересный и необычный домик. Мне он настолько понравился, что я думаю, мы что-то подобное можем попробовать построить для нашего челленджа 100 детей. Мне кажется, что такой формат домика должен идеально подойти для семейки Аллен. Но перед тем, как мы с вами перейдем к обсуждению этого домика, я хочу вам кратенько рассказать о семье, для которой мы строим этот дом. Кстати, большое спасибо всем ребятам, кто в заявках. Кстати, да, если вы не знаете, где оставить заявку на постройку, у меня есть в сообществе небольшой пост, куда вы можете оставить свое пожелание. Может быть, у вас есть какая-то интересная семья, может, у вас есть какая-то интересная идея, может быть, у вас есть какая-то интересная история, которой вы, во-первых, хотите поделиться, а с другой стороны, вы хотите, чтобы у этой семейки, или, может быть, кстати, это не обязательно должна быть семья, может быть, это магазинчик, может быть, это какое-то место. Кстати, по поводу места, мне недавно предложили построить ресторан в бот-саду. Вот согласитесь, тоже же интересная идея, поэтому я тоже попробую что-то такое сделать. У меня уже есть кое-какие планы, и вы очень скоро увидите эту постройку. В общем, если у вас есть какие-то пожелания, вы можете оставить в сообществе канала. Сообщество это, по-моему, я уже много раз рассказывала, четвертая вкладка на канале. Там вы листаете вниз, ищете пост заявки на постройку, и туда можете описать ваше какое-то пожелание или вашу какую-то идею, что бы вы хотели увидеть. Ну а пока что возвращаемся к этой семейке. Итак, была себе небольшая молодая семья. Тигра и Майкл очень сильно любили друг друга, у них родился сын, но затем, к сожалению, к Майклу на работе пристала одна ведьма, которой он тоже очень понравился, она его охмурила, она его в себя влюбила, и в итоге Тигра и Майкл разводятся. Но у них остается общий сын, и ни Тигра, ни Майкл не захотели его делить. Поэтому они решили построить, ну, может быть, приобрести и сделать ремонт в домике, который, ну, я решила разместить на участке 20 на 30. Это что-то типа таунхауса. То есть, с одной стороны, этого домика живет Майкл со своей молодой женой-ведьмой, а с другой стороны живет Тигра и ее сын. Конечно же, о возвращении каких-то отношений не идет никакой речи. Ведьма хочет, конечно же, как можно скорее родить ребенка от своего нового мужа, ну а Тигра надеется найти свою любовь. Согласитесь, звучит очень интересно, я вам сейчас расскажу вообще, в чем суть самого домика. Значит, как я уже сказала, это домик наподобие таунхауса. Он очень маленький, но в принципе это и есть таунхаус, просто очень маленький. Итак, у нас в правой части я решила разместить, будем называть это двухэтажную квартиру для Тигры и ее сына. И вот в отличие от Майкла и его жены, здесь, конечно же, будет очень такая вот бедненькая обстановка, и мы можем считать, что, во-первых, действительно они могли купить этот дом, но Майкл у себя со своей стороны сделал более шикарный ремонт, либо же они построили этот дом, но у Тигры, к сожалению, было очень мало денег, она использовала дешевые материалы, и уже где-то краска облупилась, где-то уже что-то потрескалось, может быть, некачественно сделали, может быть, сами материалы были некачественные. В общем, в любом случае, у них, у Майкла со своей женой будет просто шикарный такой вот немного безвкусный ремонт, потому что ведьма, ну вот ей хотелось всегда показать, что вот у нее есть деньги, она вот состоятельная, у нее есть муж, она вся такая крутая. А у Тигра, ну знаете, уютно с одной стороны, но с другой стороны она пытается как-то, конечно, привести себя в чувство после развода, привести своего сына как-то, чтобы он, ну, знаете, чувствовал себя не обиженным, не брошенным. И в чем еще фишка данного домика? Значит, у нас две квартиры с двух сторон. У Тигры и ее сына двухэтажная, у Майкла и его жены, по-моему, ее зовут Алла, если я не ошиблась, у них три этажа, и на третьем этаже пожелание было сделать такую вот маленькую комнатку для ведьмы, то есть там должна быть такая вот ведьминская обстановка. Но, что я еще решила сделать? Раз у нас тут, как бы, я не знаю, насколько хорошо Майкл знает свою жену и насколько хорошо он знает, что она ведьма, я решила разыграть, как будто бы он не знает, что она занимается магией, и на третьем этаже я решила им разместить спортзал, и там будет, знаете, такая вот дверь стоять, мол, типа, не входить, может быть, тут щитовая, может быть, что-то еще, но на самом деле там работала ведьма. Ну и еще одно самое главное пожелание – это наличие общей комнаты для сына. То есть из этой комнаты вы можете попасть как в квартиру к Тигре, так и в квартиру к Майклу. Она у нас получается смежная. Знаете, самое интересное, что этот домик я построила еще в конце 2020 года, если я не ошибаюсь. И я так давно хотела вам его показать, но, как обычно, у меня все смещалось куда-то, какие-то проекты, то там, то тут. В общем, в итоге я его
перенесла на 2021 год, но я надеюсь, что автору он понравится, я надеюсь, что вам он понравится, и почему я говорила про сотню детей. Мне недавно пришла в голову идея, во-первых, мне очень хотелось для них построить скандинавский домик, но это очень модно, вы же знаете, скандинавские домики, это очень стильно, красиво, мы с вами уже строили такой дом, но для сотни детей мы еще, конечно же, не строили в таком стиле, мне кажется, будет интересно. С другой стороны, мне очень понравилась идея таунхауса, но в том плане, что у нас будет одна зона для детишек, то есть это будут дети и подростки, а для малышей и для младенцев будет зона вместе с мамочкой. Я еще не знаю, какой я точно из двух вариантов выберу, потому что мне как-то в комментариях предложили вообще построить на одном большом участке два дома. Но опять-таки, мы можем взять просто общую кухню-гостиную, вот как я и говорила с сыном Майкла и Тигры, взять одну там кухню-гостиную-столовую общую, но, допустим, спальня будет с одной стороны, спальня с другой стороны, с одной стороны будет игровая, там, для малышей, с другой стороны, может быть, рабочие кабинеты для детишек постарше. Я еще не знаю, я планирую где-то через серию две, возможно, перестраивать домик, мне очень хочется попробовать его в каком-то новом таком вот стиле, и, конечно, я хочу его сделать двухэтажным. Все-таки как-то одноэтажный, знаете, я теряюсь. Самое интересное, вот этот дом, который мы строили в Сан-Мишуна, мне кажется, ну, он как-то сложен для игры. Я не знаю почему, учитывая, что это все-таки одноэтажный. Да, у нас есть теплица, но теплица — это такое дело. Теплица — это, скажем, ну, не второй этаж, мы там часто не бываем, то есть нам туда-сюда прыгать не надо. Но, с другой стороны, хочется что-нибудь такое интересное, поэтому ждите. Нас с вами ждет такая вот перестроечка. Ну и, конечно же, как обычно, мы с вами всегда обсуждаем какие-то будущие планы. И я вам расскажу ближайшие несколько построечек, что у нас планируется. Но я пока не скажу, в какой последовательности будет. Вы скоро все сами увидите. У нас будет с вами, во-первых, продолжение рубрики «Постройки одного цвета». Я знаю, что я задолжала вам как минимум три цвета. У нас должен выйти дом полностью синий, полностью фиолетовый, и я думаю, что все-таки полностью розовый. Ну, как-то, знаете, ну вот без розового цвета, ну что же такое, ну что это за постройки будут? Я думаю, что многие любят розовый цвет, поэтому почему бы и нет. И я решила, что мы с вами потом попробуем, вот я, по-моему, уже рассказывала на какой-то то ли постройке, то ли во время какого-то стрима, будет очень интересно попробовать. Ну, во-первых, мы попробуем постройку каждая комната в рандомном цвете. Ну, знаете, тут, когда ты уже построил целый дом в каком-то одном цвете, то это для тебя будет такой изи. Да, подумай, что там, гостиную в красном цвете. Да, мы все это построим. Хотя мне было бы интересно. Это старый челлендж, я думаю, что многие о нем слышали, видели. Мы с вами пробовали в разных стилях строить домики. А в одном цвете, по-моему, тоже уже все прям построили. Но, опять-таки, только я не успела построить. Мне будет интересно посмотреть, что получится у меня. В общем, впереди вас ждет синий домик. И, знаете, вот синий домик почему-то я откладывала дольше остальных. Я не знаю почему, но синий дом — это был какой-то кошмар. Самый-самый настоящий. Почему-то вот с синим цветом, понимаете, в чем проблема в Sims 4? В фильтрах есть синий, и в этот синий попадает и голубой, и синий. Мне хотелось сделать именно чисто вот синий, вот чтобы это был синий. Не голубой, не бирюзовый, не еще какой-то, а чисто синий. И вот самое интересное, что изначально, я вам сейчас такую вот кратенькую предысторию расскажу, возможно, я повторюсь, конечно, в том ролике, я решила сделать, мне почему-то вот этот домик виделся как дом в контейнере. Ну, то есть, помните, мы с вами строили такие современные стильные домики в Evergreen Harbor? Но почему-то я построила кусок дома, у меня даже есть кусок этого ролика, где я его строю, вроде бы нормально, но я так на него смотрю, ну, это не то, мне не нравится, поэтому пришлось полностью перестраивать. Я несколько раз перестраивала этот синий дом. А, еще один у меня, еще одна была постройка, тоже я где-то час, наверное, или два строила, в итоге все снесла. Это была постройка в Сильвадораде. Я тоже, ну, еще один как идея мне пришла в голову, что синий дом можно в Сильвадораде. Не, все, Даше не нравится, я сношу. Это к тому, насколько сложно даже вот такие вот, вроде бы, с одной стороны, простенькие, но с другой стороны, ну, такие необычные постройки выполнять. Также у нас с вами будет очень интересная постройка, в которую я просто вот влюбилась, я на нее убила очень много времени на реализацию. И этот дом вы, наверное, следующим увидите, потому что мне он настолько понравился, что вот то, что я говорила, есть такие вот постройки, которые выбиваются, вот они как-то вклиниваются тебе в твой построечный ряд, и все. Хочешь, не хочешь, тебе надо ее построить, и ты хочешь побыстрее ее показать. Ну и, конечно же, домик из паразитов. Но я пока что успела построить первый этаж. Честно сказать, мне не очень нравится то, что у меня получается. Я уже много раз рассказывала про схемы, что их как бы на Ютубе нет.
были только такие базовые, какие-то, знаете, кусками показывали, но когда ты пытаешься это все собрать воедино, что-то все-таки не то получается, и если не было официальных каких-то схем этого дома, то, скорее всего, ну, как вы понимаете, как и с Зачарованными было, то есть дом, фасад у нас один, внутри у нас как бы съемочный павильон, и как бы они не совпадают. Ну, может быть, тут я не права. А мы, между прочим, уже пока вот я вам сейчас все это рассказывала, мы уже переходим, получается, сейчас к комнате сына Тигры. И мне, между прочим, она тоже очень понравилась. Кстати, сын Тигры увлекается наукой, и я это тоже обязательно отобразила. И, кстати, по поводу ваших заявок. Ну, то, что я уже говорила много раз, большое вам спасибо за интересные истории. Они настолько классные. У меня очень много скриншотов с вашими историями. Они, с одной стороны, знаете, вот именно продуманные. То есть хочется даже взять и отыграть какую-то из этих историй. Кстати, по поводу отыграть, ребят, ну, опять-таки, по поводу новостей. А когда мы с вами строили домик из Зачарованных, кстати, я уже успела создать персонажей, я думаю, что я в ближайшее время выпущу этот ролик, но только, пожалуйста, тапками не бросайтесь, очень больно, потому что мне он не очень понравился, то есть то, что у меня получилось, не то чтобы не понравилось, я не умею создавать персов, ну вот не мое это, строить дома я люблю, создавать персов по фильмам, сериалам, играм, ну не знаю, ну не выходит у меня. Просто создать перса, ну окей, создашь там что-то вроде бы, ну тебе нравится и хорошо, как бы говорится, это индивидуально. Но когда ты создаешь какого-то актера, актрису, певицу, то, ну не знаю, наверное, у меня ручки просто не из того места растут и как-то грустно становится, но может быть и из того места, я не знаю, вы посмотрите. Так вот, под постройкой дома Зачарованных мне предложили целый челлендж по Зачарованным. Большое спасибо, по-моему, Саша написал этот челлендж, если опять-таки я не напутала ничего с именами. Очень продуманный полностью по оригинальному сериалу челлендж, начиная с мамы Зачарованных, по-моему, или с мамы, или с бабушки, по-моему, с мамы. И полностью продуман, то есть кто что должен прокачать, как кто с кем должен познакомиться, кто с кем должен встретиться, кто кого когда родит, какие должны быть способности. Настолько здорово, что я начинаю подумывать о том, что можно было бы попробовать... ну, реализовать вот этот челлендж. Я не знаю, насколько он, конечно, у нас с вами получится, потому что, опять-таки, в Зачарованных рамки были совершенно другими. Учитывая, что они меняли работу, у них были какие-то увлечения, это действительно получается классный челлендж. Поэтому, если вам интересно, загляните вот под построечку, где мы с вами строили этот домик. Может быть, вам эта идея понравится, и мы с вами попробуем. Я же говорю, я всегда за всякие интересные штуки. Ну и также, конечно же, по поводу Sims 2 и Sims 3. Меня постоянно каждый стрим спрашивают, Даша, так что-то у нас будет? Будет. И мне хочется и Sims 2, и Sims 3, но я пока что не выбрала, что мы с вами, где мы будем челлендж проходить, а где мы будем просто жить. Потому что хочется и то, но я уже рассказывала, что если в Sims 2 я более-менее играла, но опять, это когда было? Это было лет 10, наверное. Нет, каких 10? Даже больше. Лет 13, наверное, назад. Может, 14. Я же говорю, я не особо хорошо помню, когда я уж там играла в Sims 2, но если я в него хотя бы играла, то в Sims 3 я практически не играла, то есть для меня это будет как какая-то новая игра, ну то есть как бы мы с вами понимаем, это симулятор жизни, все дела, постройки, ну почти Sims 4, только там, конечно, другая совершенно механика будет, там, мне кажется, будет даже поинтереснее может получиться. Я посмотрю, что-то может по челленджам, может быть не по челленджам, может быть что-нибудь по... каким-нибудь интересным, это даже не челлендж, может быть, просто жизнь, может быть, мы какую-то семейку разыграем, может быть, мы что-то с вами придумаем. Но очень тоже хочется это, конечно, реализовать. Ну и плюс, конечно же, челлендж, который, я надеюсь, мы наконец-то с Дарием сможем продумать. Но у меня уже подготовлено несколько проектов с финальными сериями, я пока не буду говорить, какие именно. Но они уже, знаете, вот именно конкретно завершены, то есть там, ну все, как говорится, уже the end и все, и до свидания. Но в любом случае, эти все проекты, которые завершаются, они мне тоже очень понравились, мне кажется, они получились очень классными. И, кстати, да, даже не два проекта у меня с финалами, а даже, наверное, три. Но опять-таки, я вам не буду говорить, о каком проекте еще идет речь. А может, даже четыре. То есть, я же говорю, вот сейчас очень многие, много получается всяких интересных идей, ребята подбрасывают. И ты такой сидишь, думаешь, ну, что же нам с вами начинать, что же заканчивать? Я понимаю, что хочется все попробовать, поэтому, вы же понимаете, все, когда хочется попробовать, то, конечно, сразу же за все не возьмешься, но... С другой стороны, они у меня так в копилочке все лежат, и ты такой потихонечку, так, хорошо, вот это мы сегодня начнем, это можно завтра начать, а это можно будет еще тоже потом выпустить. Честно говоря, вот когда я строила, кстати, возвращаясь к этой постройке, мне очень понравилось, я просто себя словила на мысли, что мне очень нравится строить вот такие вот старые, немножко потертые квартирки, дома. Ну вот прям очень нравится. Вот это вот все современное, стильное, модное, молодежное.
Ну, как-то так. Оно, конечно, тоже здорово, прикольно, но мне гораздо больше понравилось вот эту вот потертую квартиру строить. Поэтому я думаю, что у нас достаточно, ну, часто вот выходят такие вот, ну, скажем так, не самые современные квартиры, потому что я серьезно говорю, мне нравится вот эта такая вот эффект потертости, эффект какой, вот знаете, не то чтобы эффект жизни, но, то есть она какая-то живая. Вот здесь у нас все, вот я называю такие домики, которые мы строим, стерильные. Вот он реально стерильный. Ну, видно, что они стерильные. Тут же у нас такая вот ведьма живет, вот, которая, знаете, она взмахнула волшебной палочкой, и все чисто. Поэтому вот, вот стерильные у нас тут и живут. А в той квартире как-то, ну да, где-то красочка облезла, где-то трещинка какая-то, где-то там лампочка не та висит, но оно как-то более живое, что ли, получается. И, кстати, да, мне еще достаточно много оставили интересных заявок по постройке квартир. Мне, кстати, тоже вот квартиры как-то очень нравится строить. Ну и, конечно же, очень много интересного, и если вам вот очень хочется вдохновиться, то я вам советую заглядывать в этот пост, потому что, возможно, вы что-то для себя найдете интересное. Я очень часто говорила, что вот ты можешь сесть почитать, вот это именно такие есть моменты. Я могу просто зайти в этот пост, когда тебе не хочется строить, но ты читаешь, и ты понимаешь, так, все, хочу попробовать что-то из этого построить. Звучит же очень интересно, и всякие интересные идеи получаются. Поэтому советую. У меня, кстати, была где-то, по-моему, прошлая неделя или позапрошлая, когда я из роликов записывала только одни постройки. И вот только у меня были постройки, я почти целую неделю сидела и строила. Ну вот, вот знаете, вот я же говорю, вот вдохновила и все. То у нас Willow Creek был, то у нас были постройки, получается, что там, какие-то призрачные дома, потом еще некоторые постройки, которые вы еще не видели. Ну, так бывает, но, с другой стороны, в этом тоже есть плюс, потому что такое интересное построить. И, кстати, да, по поводу построек, я вам уже говорила про это дом серо-желтого цвета, который я построила энное количество лет назад, но, оказывается, сейчас серый и желтый в тренде, поэтому Даша опередила время на несколько лет вперед. Точнее, не на несколько лет, а на год с хвостиком. Потому что, насколько я помню, тот дом я строила, по-моему, с выходом университета. По-моему, университета. Знаете почему? Потому что я помню, что как раз когда вышел университет, я помню, я делала обзор на университет, и я смотрю, помню, мебель там есть более такая вот, ну вот как в Бритчестере, такая вот более старинная, а есть, конечно же, как в Фоксбери, вот эти вот все типа икеевской мебели, и мне очень понравилась вот эта вот полка из 9 кубов. Ну, это прям какой-то ужас, я не знаю, мне очень нравятся такие вот минималистичные полки, и там как раз была ярко-желтая полка и желтый диванчик. Ну, я когда это увидела, я говорю, точно, желтый надо использовать, а что хорошо сочетается с желтым? Конечно же, серый. Поэтому я тогда начала экспериментировать вот этим вот серым, серый, желтый, желтый-серый. Я помню, я построила этот дом, но мне в нем что-то не понравилось. Вот честно скажу, что-то мне в этом домике не понравилось, поэтому, скорее всего, я еще немножко его модифицирую. Спокойно, не бей микрофон, Даш. Я немножко его модифицирую, чтобы он мне чуть больше понравился, и тогда его выпущу. Потому что это моя большая проблема, я вам еще больше, а это раз мы уже пошли по раритетам, у меня есть постройка, когда я проходила Life is Strange. Никто не помнит, когда я его проходила. Вот я тоже не помню, когда я проходила, это 17 или 18 был год. Блин, как много времени уже прошло. В общем, я после того, как прошла Life is Strange, именно первую часть, когда-то была еще эта история с фотографом, и я построила его, вот эту вот лабораторию. Я построила амбар, лабораторию, и я не выпустила этот ролик. Я не знаю почему, не спрашивайте почему. Не спрашивайте, я не знаю, но я думаю, что я его тоже постараюсь выпустить, потому что, кстати, я вам даже сейчас скажу, когда я его не выпустила. Я его, получается, построила еще до выхода Маскина. То есть Маскина еще не вышел, потому что я помню, я когда построила вот этот вот амбарную, то есть я его построила не сразу же после выхода Life is Strange, а чуть-чуть-чуть-чуть-чуть попозже. Я помню, я построила, потом, насколько я помню, каталог вышел в августе, я так думаю, вышел Маскина, там у нас фотографы, и как раз можно было бы соединить фотографов вместе, ну, то есть Маскина соединить с вот этой постройкой. Ну, и как обычно, Даша. Самая большая проблема у меня, знаете, в чем? Обычно найти вот эти все постройки, потому что я строю в разных сохранках. Это отвратительная у меня привычка, это ужасная привычка. Я почему-то строю всегда в разных сохранках. Ну, практически всегда нет. У меня есть, конечно, некоторые постройки, которые не в разных. Но потом, когда тебе нужно найти какую-то постройку, вот самое интересное в Sims 4, что меня удивляет. Если вы создаете персонажа, он обязательно добавляется в вашу галерею базовую. Если вы строите дом, он в галерею не добавляется пока, ну именно не в общий доступ, а к себе в галерею, пока вы его не сохраните.
И вот так вот оно все и теряется. Потом, когда мне люди спрашивают, там, Даш, вот тот вот домик выложи, а я сижу, думаю, в какой из там 600 сохранок будет этот дом? В какой? Я не помню, где я его сохраняла. Поэтому я, кстати, достаточно редко удаляю вообще ролики с постройками. Хотя желательно их, конечно, удалять. Они весят очень много, они очень длинные. Вот, например, домик, о котором я вам говорила, который я увидела совершенно спонтанно, и он очень мне понравился, я потратила где-то примерно полдня. Ну, понятное дело, что с паузами, но я пока его крутила, строила, вот так я построю. Нет, мне не нравятся вот эти стены, я поставлю наоборот, я добавлю такой светильник, такой. Я сидела просто над ним полдня. И самое интересное, я решила как раз вот в этом домике попробовать поэкспериментировать с садиком. Но Даша немножко протупила. Для подобных домиков, это, знаете, мини-спойлеры к следующей постройке, там должен был быть участок гораздо больше, чем сам дом. Но я же Даша, я же как бы догадалась об этом только после того, как дом построила, поэтому этот дом в идеале надо разместить где-то на каком-то большом участке, там можно было бы добавить огромный сад, было бы вообще супер. Также по поводу незаконченных построек, у меня есть для вас постройка, по-моему, за 2 миллиона 7 миллионов. Ну, что-то типа такого, я почти ее закончила. И я вот думаю, когда я ее выпущу. Вот интересно, когда я ее выпущу, я даже придумала предысторию для этой постройки. У меня даже появилась какая-то, ну, то есть, семья, для которой я ее строила. Ну, Даша строила и наконец-то построила, точнее, нет. Поэтому, ребят, вы видите, сколько у нас различных запланированных построек, которые я, надеюсь, когда-нибудь выпущу. Я очень на это надеюсь, но пока что, видите, приходится откладывать, переносить и вообще вот так вот складываются делишки. Мы уже с вами добрались до третьего этажа, то есть тут у нас как раз вот то, что я говорила, спортзал, то есть у нас, будем считать, что... Кстати, по поводу щитовой на чердаке. Вы же помните, в нашей фосмофобии, там у нас как раз щитовая была на чердаке, по-моему, в каком-то фармхаусе, если я не ошибаюсь. И поэтому можно спокойно сказать, ведьма могла спокойно попросить своего мужа сказать, ой, слушай, мне нужно будет вот, давай мы здесь поставим щитовую, у нас же здесь подвала нет, пожалуйста, поставь мне здесь дверь. Но муж сказал, окей, ладно, Майкл согласен был на все ради своей жены, поэтому он здесь поставил супер дверь. Она изнутри ее запирала, то есть сюда доступа не было никакого. Но здесь у нее, видите, все завешено такими вот красными полотнами. Здесь висят у нее какие-то картины, рецептура, но сюда никто заходить не мог. Майкл думал, что здесь щитовая какая-то кладовая, и никто сюда, в принципе, здесь-то делать для него будет нечего, но здесь к ней могли, допустим, даже какие-то, ну, я не знаю, клиенты, может, она какие-то зелья варила, или какие-то там на заказ что-то выполняла, и, конечно же, здесь у нее, допустим, был доступ для каких-то ее знакомых. Если к ней кто-то там попадал, то он, может быть, телепортировался к ней в это помещение, либо же он, конечно, мог, ну, приходить, и там она, допустим, видели, там была барная стойка, ой, мой дорогой, я пойду сейчас там с подругой попью какой-нибудь коктейль, они поднимались и могли зайти в эту щитовую. Задний дворик я решила сделать максимально таким вот простеньким, в него тоже можно попасть с двух домиков, то есть тут вам решать, хотите, оставляйте общую дверь, хотите, не оставляйте этот доступ, но я решила, что там будет калитка, ее можно убрать. То есть тигра может выходить, посмотреть, повздыхать на вот эти вот красоты. Но, конечно же, жена Майкла была против, чтобы та ходила, пила у них тут какой-нибудь коктейльчик возле бассейна или вообще купалась. Поэтому стояла калитка, которую, возможно, они запирали. Но, кстати, вот я здесь использовала платформы, знаете, платформа вообще штука классная, для вот задних двориков это просто, ну, вот отличная находка, то есть вы можете поставить несколько таких вот многоуровневых платформ, сделать какую-то классную креативную лестницу, но в домах я вам хочу сказать, что платформы это зло, это самое-самое настоящее зло, потому что они разрушают все. Вот вы увидите постройку синего дома, это был какой-то мрак, это было какое-то издевательство, потому что он мне сначала нафиг снес пол стены, потом еще что-то снес пол потолка, потом еще что-то снес. В общем, не знаю, очень жалко, что пока что еще не пофиксили нормально эти платформы, но я надеюсь, что их пофиксят. Потому что платформы это реально классная тема. Особенно я хочу, кстати, построить какую-нибудь квартиру с платформами, поэтому у нас еще квартира впереди. Ну а мы уже с вами свет размещаем. Вы видите, что у нас такая достаточно быстрая получилась постройка, на удивление. Хотя, опять-таки, этот дом я строила тоже много времени ушло. Но мне кажется, что он получился достаточно уютный, и, возможно, вот кто-то искал вот прям такой вот подобный таунхаус, может он под себя ее перестроить, но было бы очень здорово, тем более, что можно играть за две семьи. Ну а сейчас вы можете увидеть план построечку, ну то есть это вид сверху нашего домика, если вы захотите что-то подобное построить, то, пожалуйста, вот смотрите, так выглядит, кстати, крыша здесь был просто отдельный такой вот...
Крыша, это было издевательство над моей психикой, но мне, с другой стороны, понравилось. Итак, мы с вами отправляемся на экскурсион. У нас с вами здесь экскурсия. Вот так вот выглядит наш таунхаус снаружи. Снаружи он выглядит, ну, так себе. То есть, вроде бы, такие два кирпичных домика. И, кстати, я специально использовала разное покрытие. То есть, вроде бы, основа кирпич одинаковый, но сверху у тигра и ее сына чуть более такая попроще. Ну, дерево выглядит попроще. Итак, мы с вами заходим в первую часть, это квартира тигры. Здесь у нее маленькая прихожая, стоит зеркало, можно повесить одежду, какие-то украшения маленькие. Ну и мы сразу попадаем с вами в гостиную. Тигра очень любила читать, она любила рукоделие, поэтому у нее достаточно много полочек с книгами. Также мы с вами проходим, попадаем на кухню. Кухня у нее просторная, в принципе, она готовит кушать себе, сыну, конечно же, поэтому много времени тоже может проводить на кухне. Ну, а здесь мы с вами выходим, можем посидеть на скамеечке. Либо же, конечно, если нас пустят в гости, но я сомневаюсь, что Майкл хорошо относится к тигре, если его ведьма околдовала, то она, конечно, против их общения. Значит, мы проходим с вами назад и сейчас попадаем в ванную комнату. Ванная комната на первом этаже, это даже не ванная, это просто... раковина и туалет, то есть такая вот, знаете, гостевая. Ну, а здесь у нас, конечно же, все-таки есть хоть какая-то прачечная маленькая, то есть, как бы, у тигра была возможность купить все-таки стиральную машинку, а не стирать в корыте. Здесь у нас второй этаж. Некоторые полочки, вы видите, на кирпичах стоят, то есть не все такое новое, современное. Это комната тигры. Она светлая, и здесь достаточно много места для рукоделия. То есть, может быть, она рисует, она, может быть, шьет, вышивает, вяжет. Ну, то есть, пытается какие-то... Она мало того, что она работает, так она еще пытается, может, как-то рукоделием заработать денежки, чтобы были у нее, у ее сына. Она же хочет, чтобы у ее сына все было хорошо, поэтому старается как может. Это была ванная комната у тигры. Ну, а здесь мы с вами... можем попасть к сыну, но мы с вами к сыну попадем из следующей, получается, двери, потому что сейчас вы посмотрите, как живет ведьма. Как живет ведьма, мне вообще не нравится. Вот абсолютно не нравится, но я в том плане, что я достаточно скептически отнеслась к их паре, поэтому здесь у них вы заходите, попадаете сразу в такую вот красивую гостиную, дорогое зеркало у нее стоит. Здесь сразу же у нас раковина, унитаз, все современное, модное, все такое вот чистенькое, вот белое, светлое. То есть она, знаете, вот всячески пыталась показать, что она очень успешная леди, вот очень успешная. Здесь у них столовая, которая, так, всякие картины висят, там украшения, много вас с цветами. Ну, знаете, такая вот дамочка, я прям вижу ее такая вот прям стервозная. И здесь, получается, с кухни вы можете попасть на задний двор, там, где можно искупаться, то есть можно здесь посидеть там... попить кофеек на веранде, либо же пойти поплавать, если хорошая погода. Поднимаемся на второй этаж. Здесь у нее какие-то портреты, картины, какие-то украшения. И первая комната, куда мы попадаем, это детская, которую она подготовила для своего будущего ребенка. Так как я уже сказала, она очень хочет как можно скорее завести ребенка от своего избранника, поэтому она сразу же попросила организовать детскую. Это ее комната и Майкла, то есть тут у них, знаете, такой вот строгий достаточно стиль, черный, синий. Она все хотела, вот я же говорю, она всячески пыталась показать, что вот она такая вот состоятельная дама, и здесь у нее ванная комната, есть ванная, есть гардероб, то есть здесь через эти двери можно попасть в гардеробную. Ну, а здесь, с другой стороны, тоже открывается дверь, и можно вот здесь тоже попасть в ванную комнату, ну, то есть ванная получается с двумя дверьми. И тутчки мы с вами проходим и попадаем вот в эту вот детскую для сына Тигры и Майкла. Вот здесь химический столик, где он может работать, здесь его рабочее место, где он делает домашнее задание. Это место, где он спит, отдыхает, всякие... То есть отец и мать ему разрешили повесить плакаты, покупать игрушки, то есть они его всячески пытаются, знаете, дать ему нормальное детство, но, конечно, всему мешает вот эта вот ведьма, вредная и противная. Ну и последнее место, которое нас с вами интересует, это, конечно же, третий этаж. Я решила добавить стеклянную крышу. Мне почему-то вот прям очень понравилось. То есть занимаешься там, можешь посмотреть на небо, пока ты бегаешь. Есть дорогая дорожка, всякие тренажеры. Ну и здесь странное такое вот местечко, ну типа щитовая. Но на самом деле вы видите, что это у нас нифига не щитовая. Это у нас самая настоящая каморка ведьмы. То есть тут она... варит зелье, занимается какими-то магическими всякими снадобьями, может быть, занимается магией, а может быть, просто вот она попросила, чтобы такая вот у нее комнатка была, но на самом деле она, допустим, не так часто практикует свои вот эти вот магические способности. Ну что, друзья мои, мне лично очень понравился этот домик, я надеюсь, что он понравился и вам.
Я надеюсь, что вам нравится наша рубрика «Постройки по заявкам». Не забывайте ставить лайк, если она вам нравится. Ну и, конечно же, если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь, чтобы не пропускать интересные новые видео, и нажимайте на колокольчик. Буду с вами прощаться. Хорошего настроения, добра, позитива. До скорых встреч. Пока-пока.